Всем привет, с вами Смирнова Оксана. И сейчас мы посмотрим наш кабинет, когда вы заходите уже после того, как оплатили, вы к себе попадаете и видите первое, что это какое количество у вас куплено AffilGo и какое количество у вас долей Mixtre. Следующее, у вас наверху есть логин, аккаунт баланс, это потенциальный бонус, он означает денег, сколько бы вы могли заработать на данный момент, когда у вас в какой-то ноге есть определенный объем, то если бы был бы такой же объем у вас в другой ноге, то вы могли бы заработать такую сумму. Следующий раздел «Пионер» – это доли крауда. Сейчас они уже не продаются, и скоро можно будет их купить отдельно. Но нам очень повезло, потому что мы сейчас еще имеем возможность покупать доли AffilGo, и в скором времени тоже они уже не будут продаваться и будут продажи только на отдельной площадке. Сверху у нас новости. Очень хороший раздел, мне очень он нравится. Потому что здесь можно просмотреть все новости, и вообще можно посмотреть всю историю, которая была до вас в CrowdOne. Когда было сколько человек, когда запустилась наша игровая компания. Вот здесь видно, что уже 900 человек. До этого у нас было 850, что они запускали карты. То есть это очень интересный раздел. И здесь можно погулять, и много полезного вы увидите для себя. В разделе «Инфо» здесь тоже можно все посмотреть. Это здесь презентация. Это о самом бизнесе. Тоже можно сделать перевод на русский язык и почитать. Это будет вот интересный такой вот обменник. Это про то, что я вам говорила, что он будет у нас создан отдельный. И мы сможем, кто не успел купить, купить вот эти вот правовладельца крауда отдельно на платформе Crowd Exchange. Промо-материалы. Очень полезный раздел для тех, кто делает свои блоги и выставляет туда информацию. Все эти баннеры можно скачать. Дальше здесь есть даже музыка, которая мне очень нравится. Ее тоже можно закачать и использовать у себя в роликах. Этот раздел у нас с магазином. Здесь можно заказывать такие вот толстовочки, рюкзачки с логотипом. Ну, здесь есть и также здесь можно найти исходники и самим сделать себе такие логотипы на свои вещи. Вот. Здесь можно погулять, здесь вся информация. Сильно не буду останавливаться в этом разделе. Следующее это «Events». Event Ticket – это говорит о том, что вы в этом разделе можете просмотреть события, которые были в 2019 году. Давайте мы зайдем на них. Здесь есть фотографии, все с круизов. Тоже очень интересно. Ролики можно поскачивать. И также здесь есть информация о том, что у нас будет, что нас ждет впереди. Это кто делает менеджера 3 звезды. Может готовиться к круизу в 2020 году. Круиз у нас будет в мае и будет в октябре. Вот такой промоушен у нас сейчас проходит. И также мы здесь можем купить билеты на следующие события, которые происходят у нас в будущем. Вот сейчас на 25 января 2020 году у нас готовится событие в Маниле, в Филиппинах. И можно купить себе билет один или много на свою команду. Там со скидкой получается по 10% скидка. И цена билета 12 евро. Можно оплатить внутренними деньгами, либо оплатить своим биткоин-кошельком. Деньгами из биткоин-кошелька. Дальше бонусы. Здесь мы смотрим все наши бонусы. И здесь можно посмотреть бонусы по всем нашим разделом, что значит матчинг бонус, что значит
комьюнити, нажимаем подробно, и здесь мы видим всю информацию по нашим бонусам, что это такое. То есть здесь в этом разделе в бонусах есть все по бонусу. Оптимизация бонуса, вот если перевести на русский язык, оно так звучит. А так, на самом деле, это наш любимый Streamline бонус, который нам выплачивается каждую неделю. И здесь, в этой табличке, мы видим по этим бонусам, как это все смотреть. То есть, если у вас пакет на 100 евро, вы получаете 2,5 евро на свои CrowdOne и AffilGo, если у вас 250 человек уже после вашей регистрации зашли в компанию. Если это больше 10 тысяч, то вы получаете 5 евро на AffilGo, на Mixer, если у вас есть один партнер. И вот так вы можете посмотреть, на каком вы пакете, сколько людей под вами, сколько у вас личников и сколько вы сейчас будете получать на этой неделе. То есть у меня вот сейчас видно, да, 50 евро, больше 150 человек у меня после зашли, после меня, и у меня 50 долларов идут на AffilGo и на Mixer. Как это видно, мы можем смотреть, когда прошла неделя, у вас будет здесь такая кнопочка голубая, на нее нужно будет нажать, и у вас на то количество, которое указано в Streamline бонусе, будут докупаться ваши доли. Следующий раздел после бонусов идет Downline. Вот этот раздел показывает всю вашу команду, сколько у вас личных партнеров. Также вы можете развернуть каждого, у кого есть еще дополнительно их команда. То есть вы тоже можете их все посмотреть и у этого человека посмотреть, сколько у него личных людей, сколько у него оборот по левой ноге, либо по правой ноге. То есть это все видно, все это раскрывается, и можно каждого своего партнера посмотреть и понимать, кому нужно помочь. А также здесь нарисован, сколько же матчинг-бонуса вы получаете на данный момент. И также видно ваших партнеров, сколько матчинг-бонуса, по какой уровень они тоже получают. Вот такая вот информация здесь по нашим партнерам. Следующий я на счете аккаунт остановлюсь подробней. А сейчас я просто перелистну и скажу, что вот этот раздел Education – это обучение. Ну, просто они пока сейчас только на английском языке. Ну, дальше я думаю, что, скорее всего, будут переводы и на другие языки. Следующий раздел – это CrowdCard, где мы можем уже совсем скоро заказывать себе карту UniPay. Все этого ждут, пока кнопочка не активная, но совсем скоро мы сможем уже заказывать себе эти карты. Дальше. Следующий раздел – это наши игровые компании AffilGo. Ну, вы про это уже, наверное, знаете. Здесь вы можете уже посмотреть, кстати, уже вот какие-то идут цифры, аккаунт-баланс. Здесь отражается, кстати, это мой баланс отразился. И сколько... Так, сейчас переведем. Правовладельца, то есть сколько это денег в евро, если у вас такое количество ваших долей. И потенциальный бонус, это понятно. Но с этим разделом нужно будет делать, наверное, отдельный ролик, потому как здесь будет, наверное, много всего интересного. Мы не будем на нем останавливаться, это будет отдельная тема. И также следующая игровая компания Mixer. По ней мы можем просто посмотреть, какие это будут игры. И так как она только вышла на рынок, пока еще ничего такого новостного здесь в этом разделе мы не видим. И теперь переходим к себе на главную страничку. Чтобы перейти на главную страничку, нужно нажать на Crowd 1. И на главной странице у нас, если протянем вниз, есть промо-ролики с нашей компанией, с AffilGo. Дальше идет цена на наши доли AffilGo. Динамика роста.
и внизу на микстер. Цена микстера и также динамика роста. Здесь же мы видим нашу географию, кто регистрируется, какие страны. И вот они все у вас будут после вашей регистрации отражаться здесь на этом счетчике. И вы сможете вот здесь с левой стороны посмотреть, сколько вы в евро будете получать на этой неделе в долях Afilgo и в долях Mixter. Внизу в самом у вас есть реквизиты компании, адрес, их регистрационный номер. И также здесь есть правила компании. То есть, если здесь нажмете, то вы можете прочитать все правила компании, ознакомиться с этим. И также в самом низу у нас есть возможность выбрать язык, на который вы хотите посмотреть и читать сайт. Наверху с правой стороны у вас отражается логотип того пакета, на который вы зашли, либо сделали апгрейд. Самая крайняя кнопочка – это ваш статус. Здесь еще интересно, такой кораблик идет. Что он означает? 44%. То есть это говорит о том, что если двигаться с такой скоростью, как я сейчас работаю, то этот кораблик меня приведет к моей цели, а это менеджер 3 звезды, и меня ожидает круиз в 2020 году. Это очень так здорово, приятно. Как бы это смотришь, всегда мотивирует. Здесь у вас находится ваша ссылочка реферальная. Наконец-то мы до нее дошли. Чтобы ее скопировать, нужно нажать на эти два листочка. Просто так скопировать не получится, а вот когда нажимаешь на них, и получается сразу зеленый листик такой, и на нем будет написано, что вы скопировали, она у вас в буфере обмена. И потом уже отдаете партнерам. Также вы можете отправить приглашение. Нажимаете «Отправить приглашение», имя человека, какое-то описание, место и создать ссылку для приглашения. И здесь есть кнопочка «Upgrade». Вы можете зайти и купить себе следующий уровень пакета. Так, переходим к самому главному. Это аккаунт. Все, что вам нужно, все меню по вашему доходу, по вашим настройкам, по всему самому главному и интересному находится у вас в аккаунте. Тут же есть логаут, это выход. В самом низу находится выход. В самом верху находится сеттинг, это настройки. Первым делом, как только вы зашли в компанию, нажимаете аккаунт сеттинг и заходите, заполняете себе все ваши недостающие строчки, это дата рождения. Ну, посмотрите, все, что у вас не хватает, вы здесь все должны заполнить и нажать сохранить. Также с правой стороны у вас здесь меняются спонсорские ножки для бинара. Вы можете выбрать либо влево ставить человека, либо вправо, либо нажать на третью галочку, и тогда ввести можно логин партнера, которому вы хотите помочь, и поставить под него своего человека. Он будет вашим личником, а для него это будет перелив. И вы сможете с помощью вот этого раздела поставить ему во внутреннюю ногу, либо влево, либо вправо, но куда ему надо. Поэтому это очень полезная функция. Поставили логин партнера, поставили галочку, нажали «Сохранить», ваш личник упадет именно под этого партнера. Это очень-очень полезная такая функция. И также внизу вы здесь можете поменять свой настоящий пароль на новый. Ребят, делайте сразу пароли очень хорошие, чтобы были цифры, буквы, знаки не менее 8, как можно сложнее, это будет только вам, придаст надежности. Следующее, что вам нужно сделать, это сделать себе верификацию. Она проходит очень быстро, очень простая. Нажимаем «КУС». Но вот в этом разделе я вам не смогу показать свой экран, потому что у меня уже все пройдено. Но у вас будет здесь
прям подробная инструкция, что нужно сделать. А сделать нужно следующее. Нужно будет загрузить вам селфи, вот как здесь показано. Оно должно быть у вас четко. Паспорт не должен бликовать, должно читаться полностью имя, фамилия, номер паспорта. Лицо должно быть открытое. Вот таким образом вы и сделаете себе селфи и загрузите. Загружайте сразу два документа. Первое – селфи, и второе – паспорт, с которым вы делали селфи. Если это национальный, значит его загружаем. Первую и последнюю страницу. Если это загран, то только загран и селфи заграном. И если это у вас водительское, то тоже первую и вторую сторону водительских прав. Дальше. Раздел «Earning». Этот раздел со всеми вашими начислениями. Здесь указан бинарные бонусы. Следующий раздел – это бинарные поинты. Это бонусы, которые у вас идут влево-вправо от команды. Следующее идет раздел, где вы видите полную историю, куда пошли деньги. Сколько ушло вам на кошелек, сколько ушло на покупку Микстера, Afilgo, то есть здесь все вообще у вас полный расклад по вашим деньгам. Следующий раздел – это гифт-код. Здесь видно, куда вы потратили гифт-код и какого числа, и на кого. И на кого мы увидим в другом разделе. Здесь только идет история. И раздел матчинг-бонуса. Здесь вы видите все свои начисления по матчинг-бонусу. Дальше, вот этот раздел «Гифт-код», вот именно он и показывает, куда, на какие логины у вас были потрачены гифт-коды. Это вот, и, кстати, гифт-коды можно создавать только после того, как вы пройдете верификацию. И в этом разделе вы можете делать гифт-коды с помощью биткоина, эфира и также своего баланса. И также вы можете делать для гифт-кода для апгрейда. Берете апгрейд, выбираете, допустим, человек на 100, он хочет на 200, да, выбрали на 200, также вы можете ему сделать гифт-код, оплатить это своими внутренними деньгами, либо биткоином, либо эфиром. Нажимаете buy, и здесь он у вас отразится. Следующий раздел payment. Это перевод уже на безналичный расчет. Следующий раздел «Windraw» – это вывод на банковский счет. Здесь вывод у нас идет от 100 евро. Пишите имя банка, название, банк, адрес, номер своего счета и SWIFT. И выплата на биткоин-кошелек от 20 евро. Следующий раздел – это «Pioneer токен». Это куда сейчас те люди, которые уже купили крауд до нас. Ну, если кто из новичков не успел, то это было уже до нас. Вот, и они сейчас могут его конвертировать и по смарт-контракту. Вот это мне тоже надо сделать. Я еще сюда не заходила, это надо уже сделать. Мы будем это делать для своих Afilgo. Как только они закончат продажу, у нас тоже будет эта кнопка конвертации, и они у вас будут лежать отдельно на кошельке. Следующий раздел «Support». Здесь можно выбрать любой вопрос, который вам подходит, либо... Сейчас переведу. Если вы не можете найти ответа, то вы можете напрямую уже сразу писать в «Support», если здесь нет вашего вопроса. Этот раздел «Invoice». Здесь мы можем скачать в PDF все наши покупки, то, что я, допустим, покупала на 100 евро, и чем мы оплачивались, и имя, фамилия там будет, и адрес, куда ушли деньги, на какой банк они поступили. То есть это вот все у вас по вашим оплатам. Здесь же вы можете видеть, какого числа вы что делали, платили и за что. И все, последний раздел – это «Logout», это «Выход». Вот, в принципе, и мы познакомились с нашим кабинетом. Много здесь интересного в новостях, ребят. Очень много в информации, там очень много материала для приглашений.
И вообще мне очень нравится весь наш сайт, потому что он такой яркий, многофункциональный, все здесь видно, и можно здесь разбираться. Сперва кажется, что вроде как все непонятно, что чего, но когда заходишь и везде все смотришь, один второй раз уже все начинает быть понятным. Поэтому, если вам был этот ролик полезен, буду рада вашим лайкам. И с вами была Смирнова Оксана. Всем удачи, успехов, хорошего настроения. Пока-пока.